Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и есть предложение продолжить играть в The Outer Worlds, внешние миры. Новая стратегия от Obsidian, кстати, вот что-то притормаживает, смотрите. Немного было. Но несколько ответов на ваши комментарии к предыдущему видео. Например, мне сказали, не умеешь играть с геймпадом, не играй с ним, типа. Во-первых, я умею играть с геймпадом. Я просто давненько не играл в игры с геймпадом, это другое. А еще один вариант, вообще не вариант, а так оно и есть. Все-таки у меня прокачка на владение оружием не самая высокая. То есть я в другое вкладывал очки. Поэтому просто логично, что я оружием хреново пользуюсь. У меня... Не так прокачано это. Тут медленная смена оружия. Медленная стрельба. Блин. Тем более, тут еще надо следить за... Так, интересно, а убрать оружие вообще можно? Медленная. Ну, то есть все медленное. Поэтому ничего удивительного, что я хреново стреляется. Ладно, давайте пойдем. В общем, в город. Хочется тут еще, знаете... полазать, полутать всякое. Посмотреть, что тут еще есть, походить, но... Давайте пойдем по квесту уже дальше сначала. Куда-то войти можно, видимо. Новый объект, кладбище Эджуотера. Ага, это украсть. Нет, мы не будем красть. Мы будем себя хорошо вести. Использует терминал. О, можно взломать? Блин, кистяк на Fallout, конечно, похоже. Сообщение. Уважаемые читатели, срок вашей подписки на новостную рассылку Ассоциации Гробовщиков истек. Печаль. Записи снабжения. Счет за похороны. Введите пароль. Взломай. Так. Имя Теодор Грейнджер, причина смерти, производственная травма, успешно размещена на участке 13F, плата за похороны внесена. У Тедди не было одной руки, сбросил 5 битов со стоимости погреб... А, биты это деньги у нас вообще. Понял, понял, так. Тут мы красть не будем ничего. Блин, тут штуки для взлома. И деньги лежат. Не хочу я красть, не знаю. Я буду отыгрывать роль законопослушного. Ну, в смысле, законопослушного в плане, что не вора. У хороших людей. Так, тут ничего не открыто. Заходим в дом. Заходим в город. Эх, все еще подгружаются экраны между домами. Все-таки разбаловал нас Ведьмак, где все бесшовно было. Я не понимаю, почему вообще тут игра может притормаживать. У меня, блин, Ведьмак нам... О, Эджуотер найден. Найден Эджуотер, 600 очков опыта. У меня Ведьмак на максимуме настроек не притормаживает, а тут, конечно... Чуть-чуть недооптимизировали. Грибы не собираются, да? Keep your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. Хорошо, буду держать дистанцию. I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Почему? Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. А чем она заболела, интересно? But there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. Don't. Please. I could get into a lot of trouble. Какие неприятности?
lazy worker like me getting special treatment from some out-of-town physiker like you? People will talk. Company always tells us, weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Если я не хотела заболеть, maybe наверное, надо было работать усерднее. Это же чушь. Ну, конечно, это чушь. I really wish you wouldn't say those sorts of things. I told you once already. What? People could be listening. Чем хороши нормальные ролевые игры, я не буду говорить, что это там шедевр, но просто нормальные, когда в диалогах есть те ответы, которые ты по логике, вот, то есть я даже, видите, еще до того, как появился диалоговый выбор диалога, я уже сказал, что это чушь, да, ну это какая-то фигня так. И это есть в диалоге, то есть ты можешь отыгрывать ту роль, которая тебе близка по отношению вот тем людям. О, а что это? А что это? Считается, что я не краду? Что там происходит? Что за... Кого тут убили? Шприц. Внезапно нападение было на охранника. Я понимаю, что это труп, видимо. Поэтому я его смог разобрать. Обобрать. То есть это трупошная, да, у нас тут? Некоторые даже не накрыты. Ага, таблетки только украсть. Так себе, конечно, лазарет. Боже, да что надо? С кем он там дерется постоянно? Странно. Ладно, может квест сначала сходить выполнить? Просто хочется по все дома по очереди заходить, на самом деле. О, парикмахершная. Конрад Садик. Так, а это у нас вообще по квесту... Дневник. Могильный... Да, с Конрада надо собрать баблишко. Ну-ка. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Кстати. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Там, конечно. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. We don't believe in free anything here in Edgewater. У вас всегда Spacer's Choice Company. Стрижки прилагается бесплатные I'm лекции. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. То есть у вас нет денег. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Так, давайте, как драматично, Конрад, вам надо попробовать себя в актерской игре. Thank you, no, I despise the serials. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Немножечко право на лечение. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions.
Much obliged. Странно, что я не мог его уговорить. Типа, там запугать. Чтобы он деньги мне выдал. Опять трупы. С этого, главное, ничего снять нельзя. Ну, то есть, вообще можно, но это будет считаться, что мы украли. Секретарь застрелился, это очень плохо. Компания назовет это прямо уничтожением собственности просто космоса. Юджин был ценным ресурсом, кому-то придется платить за его тело. Это нас разорит, вот мне пришла мысль продать его зубы. У Юджина ведь полный рот золотых зубов. Так, кстати, похоже, все записывается. Один человек улетел из Конрад, он держит парикмахерскую. Конрад говорит, что пошлина ему не по карману. Мы нашли письмо от Филлиса, адресованное Конраду. Возможно, его содержание убедит Конрада заплатить по счетам. Ну-ка. Ну-ка. Так, ничего интересного. What can I do for you? You know about Eugene? How? You probably heard it from one of our local gossip mongers. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Почему нет? Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Это все-таки частично прошло. What can I do for you? А что про медицину? Вот это похоже. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility, alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. Like a million bits. Нужно починить корабль. Dear me, you seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Показаться викарию надо. Vicar Maximilian. Our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Пашку хуже вы о нем невысокого мнения. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Несомненная привычка к высокомерию, это прям про меня. Go ahead. Вот это про болезнь мне интересно. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost six workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Каковы симптомы? Fever, chills, fatigue, aching. Vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Класс. Давайте спрошу, кто это придумал. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Странно, что-то
что-то не совпадает. То есть он обмывает трупы, началась эпидемия, их много умирает, то есть ему явно за это платят, но при этом у него денег почему-то нету. Подозрительно что-то. Не нравишься ты мне, красавчик. Это Николай Басков, блин, местный. Так, ну пошли дальше. Что у нас тут вообще есть? Житель. Кеннери. Буфет просто космоса. Это вот это что ли? Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Oh, sweet merciful law! A marauder's in my domicile. Блин, надо переодеться. The reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. А выглядит он не очень. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Не пришла проницательность? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. So Silas can afford a hired thug, but I still gotta pay him a burial tax. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Да, уж. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Сочувствую. You are? Да, сочувствую. Ну, wow. Серьезно, ну, first чувак умирает. Все равно с него деньги требуют. Ну, тоже немножко странно, честно говоря, если бы он умер, если бы я умирал. Really, и вот так с меня деньги требовали. Тоже вопрос, кто как бы поступил. А то вот он сразу с сочувствия вдруг решил заплатить. Немного подзаработать. Все здесь только какая помощь. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in. Nab that medicine and bring it back to me. I'll do what I can. I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Короче, вас не лечат, потому что вы больны. More like the company won't treat me, because I'm not healthy enough. Прикольно. Вы недостаточно здоровы, чтобы вас лечить. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? Да, помогу. Чё, кто мы такие, чтобы от квестов отказываться? В ролевой игре-то. Достаточно, я думаю. Так, давайте переоденемся. Вот эту оденем. Ш-
Чтоб нас за мародеры не принимали. Потом, когда мы выйдем, я уже одену что-нибудь покруче. Так, а где это кафе? Чего? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracycline is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Хм. У него есть симптомы какой-то боевой. Я скажу, что это психосоматика. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Ну, кстати, довольно дословный перевод, потому что так и она и сказала. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Отдай мне лекарство, но я тебе скажу зачем. All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Хороший цвет волос. Надо мне такое сделать. Который поможет организовать незаконный оборот лекарств. Something like that. Look, I'm not in the habit of law-breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask. Короче, у меня будет выбор: либо ей отдать, либо обернать. Но я, конечно, склоняюсь к тому, чтобы ей отдать. Так, ладно, где это кафе? Буфет просто космос. Вот сюда хочу заглянуть. А, это здесь, что ли? Ага. Что показывают? А, это... If only McDevitt's folk hadn't abandoned us, Cannery could use those experiments. Житель. Nothing we can do about that. I don't know you. Ложь. Uh-huh. The unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Проницательность и привлекательность. Давайте используем привлекательность. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Traitors. A lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Хочу поговорить с Ридом. And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Понятно, шишки сидят у нас в башне. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Давайте посмотрим, как тут торговля выглядит. Навык торговли равняется самому развитому из навыков общения. Используется для определения цены при покупке или продаже вещей у торговца. Так, что тут есть? Личностные показатели плюс один, но минус ловкость при... Двухчасовой энергетик. Показатели разума плюс один. Телесные показатели плюс один.
Тоже телесные показатели плюс один. И показатели разума. Ну, пока ничего не буду покупать. Просто я посмотрел. Oh, I almost forgot. Plague got you feeling woozy. Так, есть с ней о чем поговорить вообще? The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum. Это планета, на которую нас отправили, да? Wait, no, never mind. We're all out of something. А, нет, это корабль, на котором они летели. Yeah, I got vague recollections of some folklore about a mysterious colony ship. А, не буду говорить, что я с надеждой. Буду пока держать тут инкогнито, фиг знает. Уинсол, о. NPC с фамилием. Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you Where am I again? Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Чувак. Чувак на своей волне. I am in no condition to do any work, not so long as my injuries trouble me. Yep, got my mitt stuck in a rotor wheel, shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Нормально, у них тут Конрад был generous to me, though. И парикмахер, и медик. On zero G brew. After the second bottle, the only pain. То есть в первую очередь я парикмахер, потом уже медик. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Ну, вообще, это конкретная отсылка к, не скажу, к средневековью, но к возрождению, по-моему, точно, когда парикмахеры там реально были и хирургами. В общем-то. Еще вот, можно все воровать, да? Но я не буду. Просто посмотрю, что тут еще есть сверху. Интересно, а... То есть ты воруешь в любом случае, даже если спрятавшись, не спрятавшись. Какие-нибудь записки. Что-нибудь интересное. Конфеты просто жуй. Хорошая, хорошая идея с этими конфетами выпустить. Просто жуй. Водка просто пей. Туалетную бумагу, интересно, как назвать. Просто три. Вообще ничего, ничего. Толчки тут, конечно, футуристические. Футуристические. Я к тому, что... Не знаю, игра как-то вот больше... Ну, конечно, понимаешь, что на таком ретро... стиле изначально и задумался, но что-то больше Биошок напоминает, чем... Только такой Биошок нелинейный, какой был. Магазин. Да, давайте квест пойдем, наш главный. Тут просто походим по городу. Тут летает, кстати. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. He's off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Ходит тут, всех гоняет. You're safer inside the walls. Чувак, наверное, не хочу я по заводу ходить. Пошли. А, или нам то надо будет зайти, блин, нам то надо будет зайти. Ладно. Что тут? Что только украсть можно? О, терминал можно использовать. Так. Записи.
Ничего интересного. Лифт. Там на завод явно. Поехали. Ну, музло такое, конечно, тоже типа из 60-х что-то. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Что ж они загружают? Так, все, все замолчали. Так, что у нас по квесту вообще? Я хочу чувака выяснить. Поговорите с властями города. Ага, он будет там запчасть помогать находить. Понял, значит, нам про запчасть надо поговорить, так. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Классный у него котелок. Причем надо притчу какую-то и тетки зеленую, и вот этот котелок. Я буду модным гирей. Надо ли мне представляться? I'm Reed Thompson, outpost administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Я не работаю на просто космос. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Нужно отремонтировать корабль. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator, but I happen to know of another one, and I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Я весь внимание. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Почти заброшенный это как. I'm not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Сомневаюсь, что эти люди обрадуются, если я лишу их электричества. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Damn. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations.
Короче, у меня будет дилемма, что делать, да? My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Как-то они странно все тут разговаривают, да? Хорошо, my dad что told me all about the plant, taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented. Я понимаю, что у компаньонов могут быть еще свои квесты, которые я пропускаю. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you, if you'd like. Ролевых играх от первого лица играть в одиночку. Are you sure? I imagine Miss Holcomb will make a reliable companion. She knows her way around the Vale. Тем более, я думаю, что у нее прокачка будет на науку, там всякое, как раз то, что у меня есть. Sorry. You may find Miss Holcomb at her garage once she and I are done talking. I want you to know I appreciate what you're doing for us, even if you are a stranger. Best of luck to you. Mm-hmm. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Так, ну что, почитать тут что-нибудь, украсть, ничего невозможно, да? We're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? Это ключ. Редатка. Нет, давайте. Поехали обратно вниз. Понятно. Она, короче, будет решать с электричеством оставить тем людям электричество или себе забрать детальку. Так, терминал мы уже осмотрели, по-моему, да? Это на завод. Тоже на завод. Могильное дельце с Людвига из Филис. Руководитель работ на консервном заводе. Так, надо с Филис поговорить где-то тут. Наверное, видимо, по заводу пошляться. Вот, торговый автомат где? Сволочи, ничего не дают взять. Своровать. Энергетическая ячейка, светлячок. Подождите, а где торговый автомат я сейчас нашел? Что за... Распространение инфекции достигло критической точки. Строить лазарет. Работа укрепляет. Если вы заразились, лучшее, что вы можете сделать, это... О! Все, машиностроение. Что это, книжечку я какую-то нашел? Так. Описывается процесс ремонта и разборки типовых моделей автоматонов. Ну,
Мне кажется, это как-то использовать можно. Почему оно у меня в заданиях висит? Это, видимо, для какого-то квеста в будущем будет нужно. Ладно. Торговый автомат отмечен. И я его нашел. Где он, этот торговый автомат? А, вон он. Так. Торговые автоматы позволяют купить самые разные товары, обычно произведенные одной компанией. Навык взлома не ниже 20 позволяет продавать предметы торговым автоматам. Ага, то есть, если у вас навык взлома, то есть, только так я мог только покупать. Предметы ограниченного доступа можно купить лишь в том случае, если ваша репутация в соответствующей фракции достаточно высока. Либо ваш навык взлома не ниже 40. Понял. Ну, продавать я могу, кстати. Что-то автомату. Покупить боеприпасы. Ну, у меня все как бы норм. Револьвер тут покруче. Мне бы где-то... Мне бы где-то... Винтовку найти. Особенно. Так, давайте я поставлю на могильное дельце активность. Вон она сверху. Особенно. Да блин, что ж я слова-то забываю. Снайперскую, снайперку. Я, правда, не уверен, что тут есть. А что я сюда попер? You the new worker? Whatever. Make it quick, tenderfoot. I'm busy. Погребальные пошлины, я за деньгами. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Да, чувак застреливается, а оплаты по его похоронам на тебя кладут. Круто. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Вандализм. Чувак застрелился, говорит, вандал. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Люди, активы компании. Слушайте, игра, конечно, очень так конкретно на действительность нынешнюю. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Да. What's on your mind? Foreman Granger.
Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. I paid his burial fees, didn't I? Let the dead sleep. Didn't anyone ever tell you not to go rifling through other people's correspondence? Ты собиралась украсть золотые зубы Юджина? Excuse you. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein already belong to Spacer's Choice. And we're all part of the Spacer's Choice family here. Never mind. I don't have to explain myself to you. О, ну да, что-то я как-то грубовато. Вот тут поднабраться мясом можно. Не знаю, правда, нафига оно мне. Ну, как в любой ролевой игре, лута много не бывает. Соберем, потом посмотрим, может, что-то из этого можно сделать будет. Так, ладно, пока этот квест отменим. Пошли дальше, смотри, что тут в городе вообще есть. Так, глянем. То есть это вот это вот весь маленький поселочек, я так понимаю. Буфет, магазин, завод. Это выходы в какие-то другие отделения. Так, на заводе я побывал. Тут закрыто. Hey, you hear about Wilson? Heard Marauder's gone in. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. You're kidding me? Damn. Always thought he was made of sterner stuff. I think he was plagued. Guess he didn't want to die in the sick house. Plague? Ah, oh, shit. I had some of his salt tuna. You moron. Разговор. По-моему, мы у Уилсона, кстати, видели, разговаривали с кем-то. Так, а это что? Новый объект верстак. Сбой запуска автоматического погрузчика. Включить двигатель. Так, это, наверное, надо, можно будет как-то использовать. Сбой работы автоклава. Наблюдать за обработкой банок. Громкие хлопки, да, дым, запах горелого китунца. Хорошо, давайте посмотрим, как верстак использовать. Верстак позволяет ремонтировать, улучшать и изменять оружие и броню, чтобы вы всегда были в лучшей форме и готовы к бою. На любом экране сначала выберите оружие или броню, над которой хотите поработать, потом выберите, что хотите сделать. Починить, разобрать на детали. Окей. Так. Модификацию у нас ничего нету, в общем-то. Модификации, видимо, надо где-то находить, что-то делать, чтобы их использовать. На броню что можно сделать? Да, никаких модификаций. Ладно, я понял. Когда будут...
Какие-нибудь модификации, придем к верстаку. Been eating nothing but salt tuna for a year. We should keep our voices down. Все, поговорили. Так, констебль. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Приобретите 3 уголовных дела. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the Halcyon Holdings Corporation Board. Also, I specialize in processing fingerprints, so unless you're carrying Wells's finger on you, there's not a lot I can do for you. Any information regarding out- Так, что еще? Можем поговорить. Первопроходец, что это? Halcyon's original colony ship, now repurposed into a space station. Mr. Udom Bedford represents the board's interest on the Groundbreaker. Something else I can do for you? Okay, все. Так, а у меня вопрос, а есть ли тут общая какая-то карта? Ну, то есть... А, вон. Район, так. То есть пока мы находимся здесь, мы тоже ходили. Место посадки. Нам сюда надо будет сходить. А что, в тюрьме никто не сидит, что ли? Так, что в терминале? Награды за головы. Актуальные награды. Гийом Антрим. Необходимо уметь писать свое имя. Так, ну, я не знаю, они, наверное, никак не сохраняются, это просто... Ну, то есть, мне не сохранилась инфа об этих наградах за голову. Так, в баре я тоже уже побывал. Ну что, пошли отсюда. Ну, мы, сюда мы, отсюда мы входили. Давайте еще в магазин заглянем просто. Просто посмотреть. Я думаю, там то же самое, торговля будет. То есть с автоматом.
могу. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Go right ahead. Насчет болезни, которая якобы свирепствует. I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Ну, plague вообще-то как чума переводится скорее, чем болезнь. You have got the wrong idea about me. I've got nothing that needs hiding. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness. But the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Ерунда какая-то. Spend enough time in the Spacer's Choice family, and you will come to understand. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Медицинское страхование, вот это вот все. Ну, давай посмотрим, что у него есть. У него тут дофига всего. Кстати. Вот и винтовки, между прочим. Блин, починка так нехило стоит. Я вам хочу сказать. Питка 5%, но это явно у меня за счет прокачанного красноречия. Ладно, пока не буду ничего покупать. Я хочу в другую сторону выйти. Не там, где я заходил. Три типа брони. Легкая, средняя и тяжелая. Обеспечивает лучшую защиту, зато легкая дает бонусы к навыкам. Ну, я пока тяжелую не находил, по-моему. Красиво, конечно. Луна такая. Смотрел бы и смотрел. Ладно, эта серия у нас получилась такая разговорная. Больше без всякого экшена. На этом, пожалуй, завершу. О, тут можно это все взять. Слушайте, это даже не воровство будет считаться. Как ни странно. Интересно, почему? Соус тартар. Нет, пивасик я не буду хлебать. Только магничек везде валяется. Тоже вот скрыть можно, если бы было бы побольше магничек. Экшен уже, пожалуй, будет в следующей серии. Тут, кстати, надо, наверное, четвертого чувака... Да, давайте, знаете что, четвертый квест сейчас вот этот доделаем из дневника по побочному заданию. Могильная где-то тут должен, по-моему, быть. Да, вон. Четвертый. Посадочная станция Эджвотера. И с этим чуваком поговорить по поводу долгов. Ну? Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. У тебя все хорошо, ты какой-то потерянный. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. С этими механизмами глаз да глаз. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Автоматоны планируют восстание. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance?
Если нужны люди, можете меня нанять, конечно. Saltuna cans, mostly. Some spacers char. Few bit cards. I'll reward you for your aid. При личных армиях вступление в организацию оплачивается. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Так, отлично, что-то мне еще 75 битов дали. Так, что нужно сделать? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base. Разобраться с механическим разведчиком. Cross it off, then report back. Так, ну теперь по квесту. Так, пару советов пока спрошу. Средние части и слабое место. Голубой светящийся квадрат. Понял. Так, теперь по нашему квесту. Guess this means he's finally heard the calling. А, понятно, я вступил в сопротивление. Просит небольшой надбавки. Mechanical repellent. A stroke of inspiration from the law itself. 30 очков опыта и еще сверху два картриджа. Два картриджа? Go on. Чё-то мало. You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you. Scanning you with its murderous oculus. Это довольно жутко, да. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First they will rob us of our jobs. Кстати, у меня есть какие-то зрители вообще, что, которые реально боятся какого-то восстания машин, роботов, там, вот этого искусственного интеллекта. Ну ладно, вот на этом я закончу. Спасибо, что смотрите. Ваши комментарии читаю, ваши, смотрите, как красиво какие-то светлячки летают. Ваши впечатления о игре тоже хочу почитать. На этом все, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!